А под куполом Волгоградского цирка медведи-канатоходцы. В программе заслуженного артиста России Александра Иванова животные способны и на такие трюки. Представление уже получило массу ярких откликов, в том числе и в социальных сетях. О захватывающих моментах, которые еще можно успеть увидеть. Михаил Гриванов. Без страховки и под куполом цирка, за танцем воздушной гимнастки на канатах зрители следят с замиранием сердца. Это лишь малая часть большого циркового представления артистов труппы Александра Иванова. Каждое выступление собирает в цирке полный зал. Мастерство артистов вызывает у публики искреннее восхищение. На арене представители старейшей цирковой династии, жокеи-наездники Александровы Серж. Огненное шоу от кошечек и эквилибристок, групповой воздушный номер «Обезьянки на ходулях». Каждый выход публика запомнит надолго. Как мальчик перепрыгнул на другую лошадь. Клоуны, конечно же, нас впечатлили, они были очень веселыми. Девушка вот тогда выполняла вот эти опасные трюки, висела то на одной руке, то на шее вот висела. Но главный номер программы – выступление медведей-канатоходцев. 100-килограммовые животные самостоятельно проходят по наклонному стальному канату. Впервые на арене Волгоградского цирка. Животные без труда в одиночку преодолевают канатную дорожку. Затем, словно подсмотрев у людей, с такой же легкостью спускаются вниз по лестнице. И шанс увидеть уникальное представление у волгоградцев еще есть. Программа будет гастролировать в Волгоградском цирке до 3 декабря. Поэтому всех волгоградцев и гостей приглашаем на нашу цирковую программу. Добро пожаловать в цирк. Михаил Гриванов, Вероника Попова, Вячеслав Иванов. Вести, Волгоград.